Иду в тир. Блин, надо дозаправить лешего. Где же розетка? Блин, ну ладно. Буду искать варианты дальше. Может быть, в тире есть. О, нифига себе. Такой же, как у меня, кто-то потерял. А, да это новинка. С двумя аккумуляторами. Он что, работает без сети? Сейчас проверим. Блин, класс. Работает без сети. Это бомба. Обязательно куплю себе такой. Привет, друзья! В Охотник.нет поступили новые компрессоры. Это тот же New Warrior Luxury. Но мы первые, кто начали поставлять в Россию компрессоры полностью автономные. Данный компрессор, тоже New Warrior, работает от двух аккумуляторных батарей. Они съемные. В комплекте есть зарядное устройство под них. Компрессор может работать как от одной батареи, так сразу и от двух. Здесь есть реле автостоп. Сам корпус чуть-чуть короче, на 4-5 сантиметров. Здесь компрессор 8 килограмм, 200 грамм. В остальном все то же самое, как и один из самых надежных компрессоров New Warrior Luxury Mini. И сейчас заправим винтовку Леший 2 до 250 атмосфер от, например, двух батарей. Пошло набираться давление достаточно быстро, то есть вот сравнивается давление с тем, что есть у нас в колбе, увеличенной 0,36, и поехало работать. Соответственно, если мы переключаем на одну батарею, компрессор работает несколько медленнее, чем он работает от двух. Вот такая штука. Соответственно, никаких проводов ни от автомобиля, ни от сети он не работает. Только от двух аккумуляторных литий-ионных батарей. Компрессоры New Warrior, которые работают полностью автономно, в Охотник.нет.